Александр, какие впечатления сегодняшнего матча? Как считаете, почему все-таки не удалось вырвать победу? Ну, не реализовали много моментов. Большинство было 5-4, 5-3, должны были забивать. И так создавали много, не могли забить в конце, вот только забили. Вы в третьем периоде оформили дубль. Насколько довольны именно своей игрой? Да не совсем доволен. Я всю игру как-то непонятно играл, в конце повезло. Когда в концовке забросили третью шайбу, сравняли счет, там показалось, у ребят такие очень эмоции были на льду, как будто чуть ли не выиграли матч. Ну да, конечно, приятно вытаскивать матчи за сколько-то секунд там до конца, поэтому радовались. Как думаете, почему все-таки по буллитам не выиграли? Ну, буллит — лотерея, может, мастерство, не знаю, не получилось у нас. Завтрашний матч будет начинаться не в привычные 17:00, а в 13:00. В этом плане восстановиться насколько тяжелее будет к игре? Ну, конечно, тяжелее. Завтра уже в 11 у нас сбор, поэтому скорее домой отдыхать.